Всем привет, с вами Шмыга, вы на канале у Шмыги, сегодня поиграем в игру. Это игра бесконечная, как я понял, а может быть и нет, не знаю. В общем, после титров игры я думал, что это все конец, но нет, нет, игра предлагает нам поиграть еще дополнительно, которое я думал, что открываются, как бы, знаете, ну типа есть в игре некоторые, ну такие загадки, которые нужно отгадать, и вы будете их отгадывать там сколько угодно. Но нет, нам дали список дел. По-моему, один. Нет, два, три. И... А, осталось 6 минут сделать быстро. Но я не уверен, что мы сделать... Что мы сделать? Что мы сделать? Капустный пикник. Погнали, короче, капустный пикник. Звякнуть весами в магазине, открыть зонт. Так, погнали. Значит, капустный пикник очень просто. Я подозреваю, что это тупо... Что? Тупо взять и капусту пригнать на пикникаус. На пикникаус. Так, убегаем. Убегаем. И да, попасть в сад мы сделаем и берем. И берем. Почему мы не берем? Нужно катить. Серьезно? Серьезно? А как катить-то? Вот так катить, как мяч? Так, погнали, пока он будет делать эту всю хера... Ага, хрень эту всю, мы пока успеем докатить. Блин, слушай, катить тяжело. Катить очень тяжело. Она катится или не катится? Да, вроде катится. Так. А ускориться можно? Можно. Так, но если мы ускоряемся, то она... хорош. Да ё-моё. В смысле? Капуста не надо! Ну, пожалуйста, капуста. Хорош. Ну, откатись сюда. Ну, нет, вот туда. Ну, блин. Ё, парный карасит. Ну, это очень тяжело. Не-не-не-не-не. Капуста куда пошла-то? Капуста, ё-моё, ты чё, гонишь, что ли? У нас капустный пикник или у нас что? В смысле? Вы застряли? Блин. Так, да, я думал, будет немножко полегче с этим за... Ну ты прикалываешься, гусь? Ну давай, не... Ну ё-моё, ну пожалуйста, скинь. Да, капустный пикник есть. Так, что у нас дальше там по делу? Магаз, зонт в магазине, заставить кого-то с главной улицы выкупить свои вещи обратно, собрать 5 цветков. Собрать 5 цветков. Так, да, как я говорил, что... Так, слушай, а мы можем... Ну, наверное, из сада что-то нужно стащить. Давай попробуем стащить. Давай лопатку, не знаю. Может, молоток. Не знаю. Ну, как с мелким, короче, да, он покупал этот цветок, ой, цветок, самолет, а мы... Так, а как это сделать? Сейчас, подожди. Так. Да, слышь, ты же... Упырь, ты же меня боишься, как так-то? Ага, так, она положила это, значит, звякнуть весами в магазине. Тихо. Ну возьми туалетную бумагу-то, ну. Ну. Thank you.
Я звякнул или нет? Как это делается, звякнуть? А, нужно до хрена положить всего, типа, наверное, да? Не, не понимаю, надо что-то тяжелое положить, да? Сейчас что-нибудь положим. Ладно, нам нужно еще в магазин, короче, забраться. Нет, в магазине открыть зонт, звякнуть весами в магазине. А, в зонт нужно стащить. Слышь, пошел в будку. В будку пошел. Так. А подожди, мы его можем открыть? Да, открыть мы можем, так. Так-так-так-так-так-так-так. Хорош. Открыли это говнище. Так, подожди, звякнуть, звякнуть. Ой. Это мы ничего не можем взять? Ай-яй-яй-яй. Да ё-моё, я застрял. Блин. Так, а чё, туалетную бумагу она стырила, типа, и все? Надо что-то тяжелое, типа, подложить. А что мы можем тяжелое положить? Подожди, может быть здесь что-нибудь валяется? Звякнуть весами. Получается, что-то тяжелое нужно положить на весы, чтобы он бзинь-бзинь сделал, да? Эту хрень, но она не тяжелая вроде как. Не, надо что-то затащить на весы. Нет, очень мало, подожди. А как звякнуть весами? Не понимаю пока, подождите, ребят. Кого-то занесла выкупить свои вещи обратно, собрать 5 цветков. Так. Собрать 5 цветков. Подожди, там же еще было какие-то, да? Цыпляка в гараже, поймать предмет, брошенный через забор, перебросить через забор, нарядить бюст вещь, взятый за пределами огорода, забить гол, запустить лодочку под мостом, выступить в пабе в ленточке. Ё-моё. Но это в других локациях, я так подозреваю, да? Так, ну давай, значит, пойдем, короче, от садовника, чтобы он купил свою лопатень свою. Он же сюда прибежит или нет? Сейчас, подожди. Утопили. Утопили. А, может быть, цветочек можно будет у него стыбзить. За ним побежит, да, или что? Да, он там... А, смотри, может... Оп. Слушай, ну он бегает-то будет здоров, этот садовник, блин. Гусь никакой не спринтер. А! Не-не-не, иди сюда, слышь, садовник. О! Так. О, ну-ка. Да, все, короче, прошла идея. Да, какое твое, не твое уже, все.
Так, пойдем, короче, быстро. У нас было задание собрать цветы, да? А где собрать цветы? Да иди нафиг, назад дай. Так, собрать цветы в корзине у колодца. Так, ну значит, скорее всего, нам нужно. Да, хорошо. Значит, вот этот цветок, скорее всего, он нам нужен, да? Это какой-нибудь тюльпаниус. Тюльпаниус, тюльпаниус. Так. Колодец у колодец, корзинка у колодца, это там. Погнали, значит, туда. Я надеюсь, он не найдет садовник, этот цветочек мой. Потому что, в принципе, мы с ним закончили, да? По заданиям вроде больше ничего не надо, да? Или надо? Нет, по-моему, ничего больше не надо. А вот зачем монетка, непонятно. Ну ладно, так. Так, стоп. И положили. Есть такое? Есть такое. Тюльпан нашли. Так, теперь пошли в другую локацию. Посмотрим, что там у нас. Что мы можем сделать там. Да, вот весами брякнуть что-то не догнал на самом деле, как это делать. Ну ладно, так. А в этой локации у нас что? Собрать цветки. Нет, а следующее. А, через забор предмет какой-то нужно. Блин, ну это тяжело будет. Переброситься через забор. Это тоже не знаю. Нарядить бюст в вещи, взятые за пределами огородов. Бюст. А какой бюст? А, бюст с этим, да? Ага. Забить гол, запустить лодочку под мостом, выступить в пабе в ленточке, украсть шерстяную шляпу старикана. В ленточке выступить в пабе, в принципе, легко. Мы делаем... Мы собираемся... Ой, собираемся. Мы... Нужно вот так... Я не понял, даже когда проходил. Это как сделать-то? Это вот... Нет, нужно нажимать, типа, или как? Непонятно, короче, как это... Вот так, наверное, да, наверное. Так. Подожди, мне нужно что? Мне нужно нарядить, короче, этого чем-то другим. Отстань, я говорю. Сиди там. Так. Так, а нарядится ленточка это вот этого чувака. Так, это вот этого чувака. А бюст это вот этот бюст. А что в бюст можно? Как можно бюст еще немножко это? Не-не-не-не-не, давай-давай, тяни-тяни-тяни. И не этого гуся куда-нибудь сюда. Так, а сами мы быстро встаем в гуся. Быстро бы встаем в гуся и стоим ждем. Стоим тупо ждем. Да. Так, а нам нужно еще, наверное, срезать вот этот цветок, да, для этого самого. Для этого задания, наверное, да? Так, хорошо, в ленточку мы нарядились. Теперь мне нужно пробраться в этот самый, в паб, и там выступить в этой ленточке. Так, пойдем выступим в ленточке. Это, в принципе, не очень сложно. Подожди. А, вот сюда нам нужно гол забить. То есть вот сюда нам нужно тащить мяч? Что, серьезно? Ё-моё. Этот же мяч, он жесткий. Ну, в смысле... В смысле? А ленточка где? Алло. В смысле? Я же был в ленточке. Чё за бред? Игра. Игра. В смысле? Кто что понял? Почему я не поп... И почему я в ленточке не вышел в ленточке? А может быть мне типа нужно через другое место, типа в ленточку выйти? Не, ну что за бред? Это где мы вышли? А, ну все правильно. Не, я же в ленточке выходил. Что за бред? Как так-то? Алло, пс-пс, игра. Я же в ленточке выходил. Куда она делась-то, друг? Нет, мне не нравится. Так, может быть, мячик дотащим? Не, ладно, пойдем посмотрим, что с ленточкой случилось. Ну, это какой-то бред. Оп. Да, цветы. Цветы цветут. У песни была у танца минус такая. Помнит.
Да, здорово, братан. Так. Так. И. Ага, то есть она эту хрень не здесь. Подожди. А, ленточка вот здесь. А как она так здесь? Да ну! То есть мне нужно уйти через другой ход, получается? Да не, ну это какой-то бред. Ладно, так. Алло, там у тебя этот. А чё она не реагирует? То есть мне нужно, короче, пробраться через вот так вот и уйти вот так, чтобы не было... Да, получается. Получается, что так. То есть мне нужно вот через тот вход уйти и пройти, чтобы, типа, эти ли... Ну, блин, ну это бредятина, согласитесь. Ну ладно, окей. Мы сделаем это дурацкое задание. Не, так уж и быть. Так, я гусь, хороший гусь. Меня нарядить, как нарядить. Да, хорошо. Спасибо, спасибо, спасибо. Так. Окей, хорошо. Я реально не понял, почему через то нельзя было окошко пройти. Ну ладно. Так. И теперь мы должны пробраться на ту локацию каким-то образом, да? Это, по-моему, вот так делается, да, или нет? Если что-то не так, то ладно. Так. И теперь... А, подожди, нам еще нужен цветок забрать у этого. Пачка у этого. Да? Так. Она ж там будет, эта мадам, тащите опять эти самые. Мы туда проникнем, и все будет чики-пуки. Мы там сделаем выступление, да? А, и можем, слушай, одновременно, наверное, спереть у этого старика на шапку, наверное, да? Ну давай попробуем, не знаю. Как мы у него там можем спереть? По-моему, если дарт сломать. Короче, сейчас посмотрим. Я что-то забыл. Он же вроде как-то попадал на попу, да, и мы можем, в принципе, в этот момент. В этот момент сделать. Пакость, да? Или нет? Вроде да. Вроде бы да. Вот он сидит на своей койке этой. Так, ну ладно, пока не будем. Пойдем легкое сделаем заданница. Так, здорово, дамы, здорово, дамочки. Приветики. Цветок, давай быстро сюда. Выступить в... Так. Ой, извиняюсь. Эк. А, цветок мы взяли, точно, который нам нужен. Так. Подожди. Цветок-то мы... Да, цветок-то мы взяли, да. Так, а... Сейчас... Да, блин. Там выход-то был, по-моему, да? Чтобы цветочек этот сюда вот... Так вот. Мы его, наверное, сюда куда-нибудь скинем, да, цветулик этот? Цветулик этот. А, нет, это же не сюда. Или подожди, или сюда. Это куда дорога ведет? Я что-то забыл. Это дорога нормальное место ведет? Что это за мост? За мост. А, ну да, все правильно. Вот, я сейчас беру в колодец, суюсь. Ой, не в... Ну, ты понял, короче, в колодец, да, суюсь. А потом... Это что? Это хризантема, наверное, да, цветочек называется. Пойдем, короче, там мужика этого теребить. Мужика теребить, да. Пойдем. Так. Назад. Назад. Тюльпа... А, это маргаритка. Теперь лилия, роза и хризантема. Собрать 5 цветков.
Осталось только звякнуть весами. Звякнуть весами. А здесь что? Поймать при... Ну, это я пока не знаю, как переброситься, тоже не знаю. Нарядить бюст в вещи, взятые за пределами. Тоже не знаю. Забить гол. Ну, это, в принципе, я понял как. Запустить лодочку, украсить... А, ну смотри, запустить лодочку и этот, это в этой локации, получается. Ну, пойдем. Мы старикану вначале украдем шапку, ушанку, да? И... А лодочку нужно будет... Ну, раковину наполнить, убрать лодочку и спустить его с самолета. Ее с самолета. Лодочка же она, да? Она. А, да, в принципе, все логично. О-ле-ле-ло. Да. Свести, свести. Ну, не свести, в смысле, а... Ну, ты понял, да? Не. Так, и. Ну, да. В общем-то. Роза, лилия еще какая-то, да? О, нам даже дверь открыли, смотри. Классно. Так, все. В смысле? Алло, почему? Я же... Ай. Так, вот сейчас он будет поднимать свой дартс. Да и отстань от меня, старый. Нельзя? Блин, нельзя, получается. Ладно. Пусть играет на гармошке. Так, давай попробуем у него выдвинуть стул его. Да не, ну блин, ну там было, ну ты не попал, я не попал. Ну как так-то? Эй, алло, сма-сма-сма. Так, давай еще раз тогда. Ну блин, я просто не попал. Я думал... Нужно будет нажимать. А он там хотел взять эту дурацкую буреточку. Что, спина болит? Ну, блин, бывает. А как ты хотел? Да, блин! Ой, извиняюсь. Ну, это какой-то бред, реально. Ну, нет. Не, ну у него вот так нужно стащить эту шапку дурацкую. Давай, поиграй еще, пожалуйста, в эту хрень. Все, стащили, да? Отлично. Так, старик без шапки остался. По делом ему. И что здесь еще? И забить гол, запустить лодочку под мостом. Так, давай лодочку под мостом запустим. Так, это делается, по-моему, просто, насколько я помню. Да. Тихо, мадам, вы что? Вы что, мадам? Нет. Насколько я помню, нужно вначале запустить пап... Ой, пап, этот... пивас, короче, украсть. В смысле, не пивас украсть, а... Сейчас вот так сделаем. Ну все, нет гуся. Ну что-то пристало. Нет гуся, иди банку свою. Оп, хорош. Так. Запустить под мостом этого засранца, да? Ну давай попробуем. Не, по-моему, вот тут надо вот так встать, чтобы побыстрее он брал. Дубастые. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, это нечестно было. Ай! Не-не-не, слышь ты, коза! Камон! Так, иди воду закрывай, мне нужно запустить эту хрень, эту воду. Так, а мы можем через это, наверное, пройти, да? И запускаем лодочку здесь. Так, запускаем лодочку
А куда надо запустить? Под мостом. Под мостом. Так, хорошо. А под мостом это где? Под мостом. Вот под этим мостом получается или нет? Нет? Блин, не дали заданиться. Видимо, нет. Так, хорошо, давай тогда под тем мостом. Красным, ну кирпичный, красный, наверное. Да, а, да, мы же можем проплыть. Поплыли. А, или нет? Или лучше нам не плыть, или его обойти? Да, лучше обойти, да, наверное? Получается, что, да? Подожди, вот здесь этот мост. Под мостом. Ну, как-то странно, я же под мостом. Вот здесь, наверное, да, здесь, потому что нужно спуститься. Давай, хорошо, попробуем. А, или чтобы он, чтобы лодочка проехала под мостом, имеет. Ну, короче, не подожди. Под мостом. Но давай с этого кирпичного скинем тогда. Если не получится, догоним ее. Я думаю, она же догоняется, в принципе, или... Попробуем ее там. Ее там сделать. Так, ну вот так вот. Например. Нет, видимо, поплыли туда. Поплыли-ка мы вот сюда. Потому что здесь можно будет... Да, вот так вот сделать. Так вот. И лодочка летит. Ну, в смысле, плывет. И под мостом до моста она доберется, правильно? Что значит под мостом? Не понял. Ну, я правильно же сделал? Нарядить бюст, так, за лодочку под мостом. Запустить под мостом. Не понял. Ну, ладно. Так, я могу ускорить тебя или нет? Да, могу. Слушай, а может быть этот... как нам перекинуться через мост? Это может быть... Нам нужно забраться в коробку? И помнишь, чувак через забор кидал всякие шмотки? Да, все отлично. Да, давай, короче, так сделаем. Короче, мы сейчас возьмем, стащим эту коробку, в которую можно забраться. Правильно? А закинем ее к соседу, заберемся в нее, и он ее перекинет. Потому что он всякий хлам, помнишь, перекидывал через этот. Я просто... Я только не уверен, что коробка пролезет-то всюду. Потому что она вроде как не пролезала. Ну, в смысле, не то, что не пролезала, она большая просто сама по себе, поэтому... Как это сделать, я хрен его. Ну, давай попробуем. В принципе, нам терять-то особо не... Подожди, не в ту сторону я ползу. А в какую сторону мне ползти? Что-то я не понял. Мне по воде ее пускать? Серьезно? Она же картонная, она же это... Серьезно? По воде картоночку? Ну ладно, ладно, это игра. Давай, давай на этом остановим. А, или может мне коробку нужно было через весь этот запустить? Ну ладно, это, короче, уже лирика какая-то, поэтому забей, просто забей. Это перекинуться через этот. Слушай, у нас еще вопрос-то поймать надо еще что-то через забор. Тоже такое заданец-то. С подвохом небольшим. Ладно. Так. Нам нужно с вами пройти вот туда, да, и закинуться в коробку. Чтобы он ее перекинул. Так, а вот поймать что-либо, это что? Может быть, вот этот вот тюльпан мы... Ой, не тюльпан, а вот этот вот шнурок на шее. Ну, не шнурок, ну ты понял, как он называется. Бантик, да, на шее, типа. Так, а как весы остается, да? Что-то еще там. А, ну и цветы собрать, да. Так, и чё? Да, лезет, смотри.
Так, что за коробку? Не надо палки собирать, дурак. Что с коробкой делать будешь? А? Коробкой что будешь делать? Не надо палки. Коробку смотри. Смотри, коробка. Опа, так. Отлично. Так, а как мы бант-то теперь... Опа, бант. Да, бери бант. Нет, не бери бант, скотина тварь. Блин. Короче, он рядом с коробкой кидает бант. Все, поняли. Так. Мне нужно его, короче, отвлечь. Подожди. А, ну все, давай, да, он сейчас будет собирать, потом перекинь. Нет, не перекидывай, скотина тварь. Блин, мне нужно успеть, чтобы он не успел. В смысле, ну ты понял. Нам нужно, короче, что-то сделать. Так, давай по-быстрому. Хорош! Вообще огонь! Ух! Да, я очень надеялся, что с первого раза получится, потому что потом опять... Так, нарядить бюст в вещи, взятые за пределами, не знаю про что это, забить гол, это понятно. Здесь звякнуть весами и собрать еще... Подожди, а у нее-то нет никаких лилия, роза и хризантема. Блин, не знаю, что это за цветы вообще такие. И как звякнуть еще... А, один еще вот этот цветочек, точно. Да, я забыл. Так, пойдем, мы этот цветочек сделаем. А этот цветочек как мы делали? Нам нужно подвинуть и там погрызть эти, да? Цветы ее погрызть. Да-да-да, хорошо. Хорошо. Двигай. Двигай, сильный гусь. Так, мы здесь открываем. И щипаем эту хрень. Но нам нужно этот цветок, короче, взять. Да, хорошо, молодец. Хорошая дама. Дамочка хороша. Нужно цветок взять и утащить-ка. Так, дядька, отстань. Тут ты никого не видишь, да? Газетку читай, не... все будет хорошо. Так, по идее, она должна сейчас подстричь все, да? Угу, хорошо. И подстричь цветульский. Бульк. Тихо. Ой-ой-ой-ой. Мы должны успеть. Да, хорошо, мы успеваем. Мы прекрасно успеваем. Ух, я думал, мы сейчас застрянем. Но мы не застряли, мы молодцы. Мы крутыши-курутыши. Крутыши-курутыши. А, по-моему, я не туда иду. Да, я не туда иду, отстань. А, поворот назад, все взад. Все возвращаем взад. Так, бежим назад. И делаем... по новой. Ну, не по новой. Мы должны просто собрать цветули. Так, а еще у нас две цветули. Это, я так подозреваю, роза, да? Нам нужна лилия и хризантема. Так. Тюльпан, лилия и хризантема. Получается у нас. А где у нас была лилия и хризантема? Давай смотреть.
Лилия и Хризантема. Вот в этой локации были лилии. Нам нужно еще как-то с весами как-то определиться, да? Так, здесь цветы. Видишь цветы? Я не вижу цветы. А может быть вот у нее где-то рассада? Так, сейчас. Так. Где у нее? У нее нет тут... А, вон, вижу цветок. Ах ты, скотина, тварь, а? Решила заныкать цветулек. Цветулю. Так, ну сейчас мы его сейчас... Подожди, мы с цветами как-то раз... Ой, с цветами, с этими разобраться. Ну, зайди сюда, пожалуйста. Зайди, зайди сюда. Так. А, слушай, она, смотри, ничего не убрала тут. Так, подожди. Да, цветка нету. За шваброй иди. Так, подожди. Так, ладно, давай тогда лилию отнесем, чтобы она не зафигачила. Так, и с весами потом разберемся. С весами как-то надо разобраться, да. Так, лилию, и нам нужно еще один цветулик найти. А где его найти, непонятно пока. Ну, наверное, в той, в последней... А, может быть, в последней локации там же были какие-то, да? Блин, ну, не помню уже. Ну, ладно. Алло, ты что застреваешь, дурак, что ли? А, пойдем, короче, проверим. Так. Через это же я могу пройти, правильно? Правильно. Или неправильно? Нет, правильно, я могу пройти и там налево сейчас свернуть и в колодце окажусь, да? Все. Все хорошо. Хризантема осталась. Да? Так, мы, в общем, подожди, дайте я еще раз посмотрю. Звякнуть весами в магазине еще один цветок. А еще одно задание... Сколько? Нарядить бюст вещи и забить голд. Пойдем забьем голд тогда. А, голд забить, нарядить вещи. Блин, а нарядить вещи? А что я могу нарядить? Что я могу взять-то? Шляпу вот эту, если только, да? Ну, шляпу... Блин. Давай попробуем шляпу. Блин, ну шляпу нужно этого мужика, чтобы он сажал цветок. А у него цветка-то уже нет, так что не пойдет. Надо что-то другое. А, вот, да, пошел сюда. Пошел сюда. Ты чё, офигел? Мой мяч. Я мяч тоже не могу схватить. А, я могу его пнуть. Я могу мяч пинать. Я гусь футболиос. Футболист. Блин. Ё-моё. Так. Тихо! Стоять, мяч. Стоямба. Блин, ну это тоже тяжелое задание. Это туда прям нужно гол забить, ю. Тихо. Мяча не вижу. Где мяч? Куда мяч входит? Блин, ну не вижу. Камеру, да? Можно камеру подвинуть? Блин, я забил его туда. Мне нельзя туда его забить. Ай-яй-яй. Нет. Вот туда и ведем. Хорошо, хорошо. Работаем над... Над чем-то работаем. Блин, мяч только... Мы работаем, а мяч-то укатился, да? Так. Хорошо. Тихо! Стоять, мяч! Амс. Блин, ну это тяжелое задание, реально. Не надо туда укатываться, пожалуйста. Хорошо. Ну блин, а почему так ты у тебя клюв-то? Он же треугольный, почему? Знаешь, плохо. Так, а куда нам надо теперь? Подожди. Нам надо туда, направо идти.
Блин, ну это реально тяжелое задание. Мне нужно его перекатить через все, потом... О, это тяжело, ребят. Это очень тяжелое задание. Вот были бы открыты вот эти ворота, например, полегче. Они закрыты. Блин, а он еще, блин, мяч же, я же, если я бегу, то и мяч как бы должен. Ну, в смысле. Ладно, так. Да хорош! Тихо! Хорош! Да, хорош. Нормально, нормально, нормально. Так. 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 Не-н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 е. Вот сюда. Хорошо. Классный гусь. Гусь. Как гус хидинг. Как гус. Катаю мечи. Тестопе! Ты что, дурак? Тут еще типа наклон есть, да? Так, стоп. Блин, реально жесткое заданница. Кружку уронил, зачем? О, как его туда? Нет. Слышь, пни мяч. Да блин! Может, он его туда перекинет, и мы можем там его будем сделать, да? Блин, очень тяжелое задание. Я вообще прям в шоке от него. Слушай, а может она перекинет мяч туда? Не, она не перекинет. Блин! Тихо. Моего катим, я сказал. Мы его укатываем. Мы его укатываем? Мы его не укатываем. Где он? Где мяч? Блин, он капец укатился. По звуку я слышу вроде. Ну, блин, ну это нечестно. Серьезно, да? Хорошо. Какого хера? Хоть.
Хорош. Блин, тут тоже укатывается этот саный мя... Осторожно. О, боже, это очень тяжело. Ну и где он? Стой, сука! Да не, ну это какой-то бред, реально. Это какой-то прям вообще троллинг. Где он? О, я уже устал. Ну и где он? Ну и что мне вот делать? Самое бредовое задание, которое может быть в этой игре. Реально. Да не, ну это какая-то вообще бредятина. Ну это не очень... Ладно, короче, гол мы забили, окей. Да ну нахер, это какой-то бред вообще. Просто через... Правление через жопу и... Так, значит, у нас есть другое задание, которое называется нарядить, что там было, забить гол, нарядить бюст, вещи в другие, так, и что здесь у нас, а, весы мы не, да, не сделали со временем, ну, все, уже не могу, ребят, вы... все, да. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если есть какие-то идеи по прохождению дальше, пишите, пожалуйста, всем счастливо, всем пока, с вами был Шмыга.